Всем привет! Наступила снежная зима и ударили морозы. Конечно, для деток это круто. Можно выходить на улицу, лепить снежки, кататься на санках и резвиться на горке. Но взрослые озадачены немного другими насущными проблемами. Может быть, кто-то ищет снегоуборщик. Может быть, кому-то нужен обогреватель, генератор. Да вообще уйма вещей, которые нужны. И я надеюсь, что мои видеоролики станут полезными при выборе необходимой покупки. Перед вами пускозарядное устройство от торговой марки Ford и модели CD620. Компания Ford – это китайский производитель, но, несмотря на это, он отличается высоким качеством и демократичной ценовой политикой. С помощью этого устройства вы без проблем будете заряжать аккумуляторы, емкость которых составляет от 140 до 900 ампер-часов напряжением 12-24 вольт. Максимальный пусковой ток 500 ампер, максимальная потребляемость зарядки 1,6 кВт. Пускозарядное устройство выполнено в металлическом прочном корпусе, который предотвращает случайные повреждения. Также для удобства транспортировки имеются вот такие два прекрасных колесика и удобная рукоятка. Пускозарядное устройство работает даже при особо тяжелых условиях, и благодаря разным вариациям настроек вы можете использовать его для разных типов аккумуляторов. Пускозарядное устройство оснащено защитой от перегрузок, короткого замыкания, от ошибок неправильного подключения полярности. Зарядный ток 30-35 ампер, класс изоляции IP20. Отличная цена, высокое качество, вот благодаря чему торговая марка Ford является такой популярной среди потребителей. Не ошибитесь с выбором, покупайте у нас, почему у нас самые низкие цены. Ваши аккумуляторы всегда будут заряжены, а вы будете добрые, веселые и полны сил. Готовясь к Новому году, не забывайте о необходимых и полезных повседневных вещах. С вами была Анастасия Кучер, компания «Электромотор». Пока-пока!